время как наши пловцы, борцы и тяжелоатлеты пополняли медальный фонд на родине, Юрий Горбенко отстаивал честь города и страны в Курске. Здесь состоялся его титульный бой за звание абсолютного чемпиона СНГ по боям без правил. У меня титульный бой за абсолютного чемпиона СНГ по боям, по смешным боям без правил, ну, так сказать, ММА. Вот. Мой соперник был представитель России из города Курска Игорь Мамонтов. У нас было три раунда по 5 минут, и как в итоге выиграл только по очкам. Но нокаут у меня не получилось, и я доминировал в бою, как бы, и все судьи отдали мне победу. И опять-таки я выиграл за счет того, что я был более опытным, потому что соперник был немножко моложе. Тяжелая, но уверенная победа позволила спортсмену увести домой кубок и пояс чемпиона. И успокаиваться на этом боец не собирается. В течение года у меня будет защита пояса чемпиона СНГ. Следующий шаг мой – это выиграть пояс чемпиона Европы по ММА и потом пояс чемпиона мира. Пока не выиграем, мы не остановимся. Нам остается пожелать успехов.